Итак, всем владельцам вебаста от BBV46 посвящается. Я вот тут модернизировал ее, ну, вот эту вот схему подключения, это все знают. В интернете ее можно найти. И я датчик пламени заменил на термопару. Вот внутренности блока управления. Я сильно тут не стал это ретушировать, потому что таких владельцев осталось мало, энтузиастов, так сказать. Но кому интересно, чтобы свечка загоралась, то есть в минус 30, минус 35, вот мои это черновички тут. Это научный поиск был верного решения. Вот, я тут пробовал мутить с терморезисторами. Даже два ставил. Один на котле, другой внутри датчика пламени. Но в конечном итоге я пришел вот к такой схемке. Это компаратор, термопара, хромель, алюмель. Это вот график датчика воды. Это я с собой брал в гараж, там что-то мерил, уж не помню что. Термопара выглядит вот так. Это я запасную просто еще одну взял, закрытого типа. Но это старая термопара, то есть советская еще. Я не знаю, вот выпуска какой. Но паспорт вот тут на этой носинке даже. А вот дата выпуска 90-й год. Тут вот, ну короче, паспорт поняли, да, гарантийный срок службы 2500 часов, диапазон изменяемых температур до плюс 730. Вот. И кому интересно, пишите в комментариях. Термопара это улучшила работу в том плане, что реакция на появление пламени уменьшилась до 1 секунды, а в старом датчики пламени, ну, в штатном, так сказать, там сначала фотодиод стоял, фототранзистор сначала стоял, и он срабатывал, когда кончик конюли уже светился там ярко-алым, это где-то 30 секунд после воспламенения, и представляете, все это время свеча накала работала все эти 30 секунд. Ну, естественно, она быстро уходила из строя. Когда она накаливается, да на нее еще и пламя дует, сами понимаете. Поэтому потом вроде бы новые датчики пламени, я на Экзисте видал, они там 2500 стоили где-то в 2014 году. Вроде ходили слухи, что фототранзистор заменили на терморезистор, она стала подолговечней, и ну и все, время реакции неизвестно, может быть, такое же осталось.
Да, еще, чтобы свечка нагревалась быстрее. Не нагревалась, чтоб пламя. Ну, короче, чтобы свечка воспламеняла бензин не только в минус 5, но и в минус 35. На ней надо замкнуть пару витков. Диванный эксперт, я написал на форум, что я вот такой охуенный. Пару витков замкнул. И в любой мороз теперь бензин стал воспламеняться. Но диванные эксперты начали орать: «Ты свечку угробишь! Ты долбоёб, блядь! Свечки пизда, она у тебя быстро перегорит!» Но они не учли тот момент, что я поставил термопару, у которой время реакции 1 секунда. То есть как я ее убью, если она почти сразу выключается после воспламенения? Пусть они включат свой ебучий мозг. Все, до свидания.